не перестают радовать своими новостями международные авиалинии Украины. С 1 июля компания собирается брать плату за распечатку посадочного талона в аэропорту. 20 евро за один билет. Об этом сообщает один из интернет-ресурсов. Коснется новация пока только пассажиров двух рейсов – Киев-Рига и Рига-Киев. Но в перспективе МАО планирует сделать это нормой по всей своей маршрутной сети. Подобная практика существует во всем мире, говорят эксперты, но только у бюджетных компаний. МАО же себя, как лоукостер, никогда не позиционировала, поэтому введение дополнительных платных услуг вызывает вопросы. Мы попросили прокомментировать инновации в самой компании, но там пока молчат. На Западе национальные перевозчики создают дочерние предприятия, на которые как раз весь этот негатив лоукоста и вешают. У нас же, ну, я так понимаю, что решили, наверное, сэкономить. Куда ни ткни, везде уши этого лоукоста торчат. Национальный перевозчик, президент которого говорил, что он ни за что не признает, что его великую мечту про светлое будущее авиации превращают в электричку, он постепенно как раз вот эту